Здравствуйте. Нам нужен комплект на зиму до минус 30, чтобы держал, чтобы не продувал, ну и ребенок, чтобы не потел, когда бегает. Да, конечно, мы такие комбинезоны вам подберем. И желательно, чтобы еще на коленочках была защита. Казалось бы, задача, которую мама Наталья ставит продавцу, просто невыполнима. Слишком много вводных. Да и как подбирать практичную, удобную, теплую одежду 4-летнему Мише, если он уже сам пробежался по магазину и выбрал красивую? Вот этот красивый. Да? Давай вот этот. Ой, какой красивый, смотри. Миша правильно обратил внимание на этот комплект. Он состоит из мембранной ткани. Она не впитывает в себя влагу. Однако Мише повезло. Он, что называется, попал пальцем в небо. А вообще выбрать хороший детский зимний комплект совсем непросто. На что же обращать внимание? Присмотритесь к ткани, из которой шит детский зимний комплект. Весь мир уже давно отдает предпочтение умной мембранной ткани. Эта технология сначала была на вооружении у спортсменов и туристов, а потом перешла в индустрию детской одежды. Ткань выводит влагу, оставляя при этом тепло, и сама поддерживает максимально комфортную температуру. Идеальная подкладная ткань – флис. Тогда ребенку очень долго не понадобится термобелье. Фурнитура. Хороший пуховик всегда регулируется резиночками. В рукава не набивается снег. Комплект удобен, даже если он куплен на вырост. Кроме того, обратите внимание, что многие комбинезоны имеют прорезиненные наколенники. А это значит, что ребенок, катаясь с горки, никогда не порвет штаны и не намочит ноги. Внешний вид. Современная одежда, как правило, яркая и красивая. Куртка должна нравиться и маме, и ребенку. Выбирайте свой неповторимый принт и носите красивые вещи с удовольствием. Тем более в магазинах можно найти большое количество вариантов в зимней одежде. Куртки, полукомбинезоны, комбинезоны, парки, а также шапки и варежки. Все изделия выполнены из высокотехнологичных тканей. Имеют яркие расцветки и не требуют дополнительного ухода. За многофункциональной, удобной, теплой и красивой детской зимней одеждой бегите в магазин Kids Shop на Шахтеров 51.